Францию снова атакуют террористы, взятие заложников на юге страны. И на СМИ, Россия. 23 марта 2018 года. Сегодня в супермаркете в южном городке Треп произошел захват заложников, сообщает газета «Экспресс». Человек, который взял штурмом магазин, утверждает, что принадлежит к организации «Исламское государство». Террористическая организация запрещена в РФ. Примечания редакторов. Точка на место прибыли элитные жандармы национальной жандармерии Франции, ГИГН. Нападавший взял в заложники из десяток человек. По словам одного из свидетелей, он выкрикнул Алых Акбар» и тут же открыл огонь. Человек был вооружен ножом, пистолетом и гранатой. Пока неизвестно было ли оружие настоящим. Кроме того, Несколькими минутами ранее вооруженный мужчина выстрелил из автомобиля в нескольких сотрудников французского ОМОНа, республиканские роты безопасности, следивших за общественным порядком на улицах в Каркасоне, недалеко от Треба. Пока рано говорить о связи с захватом заложников, но на этот счет есть подозрения, сказал газете полицейский источник. Согласно информации из полиции, один ОМОНовец получил ранение в плечо. Его жизни ничего не угрожает. По информации Фигаро, один из сотрудников супермаркета был убит. По словам мэра Треба, похититель остался в здании один с офицером жандармерии. К сожалению, мы предполагаем, что есть еще жертвы, сказал журналистам генерал жандармерии Жан-Валерий Леттерман.